Всем привет, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня 11 сентября, и я пришла в свой сад, там, где растет у меня малина. Малина в основном уже с такими листиками пожелтевшими. Ну вот какие ягодки я обнаружила. Это малина ремонтантная, очень вкусная и сладкая. Сейчас я ее попробую. А вот еще сколько ягодок, которые еще не поспели, но будут поспевать. Эта малина у меня спеет до самых заморозков. И под заморозки она особенно вкусная и особенно сладкая. Ведь согласитесь, как здорово есть свои ягоды поздней осенью. А вот какую еще красивую веточку я обнаружила. Она находится вдалеке. И ее не все, кто проходит у нас из домашних, видит. А я заметила, мне повезло. Ну, а если ролик вам понравился, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Желаю всем вам, мои дорогие друзья, отличного малинового, сладкого, витаминного дня и такого же прекрасного настроения. Ну, а пока... До скорой встречи, мои дорогие. Всем пока!